同学们好，我们现在开始上汉语课，请大家准备上课，<coughs> 请大家打开，新使用汉语课本第二册第二十五课《我们今天学生词》，司机开着车送我们到医院，司机带我们到医院。 今天的课程目标是：第一个，学习新单词；第二个是正确朗读和使用生词；第三个是正确书写汉字。今天课的目录：第一个，我们学生词；第二个是我们学汉字笔顺；第三个，我们做作业。我们现在开始学生词和。 Ханьзаби, Шин. Тига ШИ. Джи. Джи ⁇ это глагольная частица, которая обозначает продолженность действия. Джи. Посмотрите на правописание иероглифа. И. Ар, сан, с, у, лю. Чи, а, ши, Итак, глагольная частица дже Давайте посмотрим примеры. Уметь лайду лица. Шо джэ? Разговаривать. Шо Продолженность действия. Разговаривать. Разговаривая. «Джэ» еще означает «дей причастия» в, э, в русском языке. Сяо Улыбаясь. Смеяться. Улыбаясь. Улыбаться. Дон Ожидая. Кайджичхэ быть за рулем. Тайджихар взять с собой цветы. Нести с собой цветы. Чуанджи чипао быть одетым в чипао. Следующее слово. Сум. Сум провожать или отвести. Сум. Посмотрите. И ар, сан, с, ву, лю, чи, па. Сум иероглиф состоит из восьми черт. Оменьшилайду лица. Сум луа Провожать меня домой. Кайчхэ сум луа ментау юэн. Отвезти, то есть на машине. Отвезти на машине нас до больницы. Сунг во тао мен вай пьен. мен вай пьен. Проводить меня за ворота. Сунг тао хо Проводить меня до а, вокзала. Или отвезти меня на вокзал. Следующее слово. Бэй. Предлог пассивного залога. П. Давайте посмотрим правописание этого иероглифа. И ар. Сан. С. У. л Чи. Па. Чу. ш Состоит из десяти черт. У меня эту лицу. Спросили меня. Пейвен. вен. Бей ть, пинали меня. Пей вен посещали меня. Пей фа оштрафовали меня. Следующее слово. Джуан. Сбить с ног, сталкиваться. Джуан. Давайте посмотрим правописание этого иероглифа. Это внимательно смотрим. И R Сан, С, У, Ле, Чи, Па, Чю, Ши, Ша, Ши, С, Ша, Ши, С, Ши, У. Этот иероглиф состоит из 15 черт. Он меня эту чилает лица. Бей а Машина сбила меня. Джун Сбить машину. Чжан Рэн сбить человека. Рана или получить рану. Шан, Шан и Ар, Сан, С, У, Лё. Этот иероглиф состоит из шести черт. У начинаем лица. лицу. Бэй Чжан Шан, Бэй Чжан Получить рану, то есть от столкновение. Пей. Чуан Шан. Чуан Шан Рен. Поранить человека, то есть бить и поранить человека. Чуан Шан Рен. Следующее слово. Префикс для порядковых числительных. То есть а, этот, а, эта частица ставится перед числительными и образуются порядковые числительные. Ди. И давайте мы посмотрим правописание иероглифа, посчитаем количество черт в данном иероглифе. И Ар. Сан, С, У, Л, Чи, Па, Чу, Ш, Ши, 11 черт. Уменьшила эту лица. Ти, первый. Ти, Шар, Двенадцатый. Дярши к. Двадцать пятый урок. Дисань и Третья больница. Следующее слово. Обследовать, проверять. Ченчха, Ченчха. И давайте посмотрим количество черт. И. Ар. С. У чи, па, ЧЮ, ши, ши, Одиннадцать черт в данном иероглифе. И чха, иероглиф. Чха. Давайте посчитаем вместе. И ар, сан, с, ву, лё, чи, па, ЧЮ. Девять черт. Помни, не считай ту лица. Ченчха обследовать, uh, проверять здоровье. Ченчха Шанхи. проверять компьютер. Ченчха Чичха обследовать машину, проверять машину. Ченчха Ленси проверять упражнение. Следующее слово тяжелый. Чум. Чум и посмотрим правописание этого иероглифа. И R С У Лю Чи А Чу Девять черт. Он мне лица. Шанджум. Шанджум. Шан Рана тяжелая. Шан Пу Рана не тяжелая. Ифу фухан Одежда очень тяжелая. Пао го бу пу пуджум. Посылка не тяжелая. Следующее слово. Закончить, завершить. Ван. Ван. Закончить, завершить. И ар, с, у, лё, чи. Из семи черт состоит иероглиф ван. Он начинает лица. Кан ван тен Кан Закончить смотреть uh, фильм. Цо ван Закончить делать упражнения. Юн чен. Закончить uh, uh, пользоваться деньгами. То есть uh, использовал деньги. Чи фан покушали, то есть съели Шиванфан. Следующее слово скоро. Ма Шан. Ма Шан. Ма иероглиф и иероглиф Шан. Скоро. Ма Шан. Ма чулай. Скоро уже приду. Ма Чу. Скоро пойду. Ма Шан. Скоро досмотрим. Маша, чуфа, скоро отправимся. Следующее слово кбо, рука, от, от плеча до запястья. Кбо. есть еще слово рука шоу. Кбо это от от плеча до запястья. <coughs> Посмотрим иероглиф к и Ар, сан, сы, у, лё, чи, па, чю, ши, десять черт. И по иероглиф. Давайте мы посчитаем количество черт в данном иероглифе. И, ар, сан, сы, 五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。<14. S 1> 我们一起来读例子。胳膊被撞伤，рука п о р а н и 胳膊被撞伤，胳膊疼，рурука б о л Следующее слово «тхэй», нога «тхэй». И давайте посмотрим и рублев И ар, сан, с, у, л, чи, па, дю, ши, 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 сан, тринадцать, черт. Он не человек эту Чуан шан твой. Поранить ногу. Твой ёу дьян. Твой ёу тан. Нога немного болит. Следующее слово. Ездить верхом. Чи. Чи. Ездить верхом. Он не человек. Кань. Чи цитабишу. И Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, У меня эту лица. Чема. Ездить на лошади. Чичх Ездить на велосипеде. Велосипед. 自行车,自行车. Велосипед, иероглиф, Ци и Ар, С. У, Лю, шесть черт, семь и Ар, Сан, С. У, Лю, шесть черт и Ч. И Ар, Сан, С. Четыре черты. Уменьшила это лицо. Чи ездить на велосипеде. Май цисинчхэ – купить велосипед. Чичхэ – чи джи На велосипеде вернуться в институт. Следующее слово – смеяться. Сяо. Или улыбаться еще. Смеяться, улыбаться. Сяо. Итак, считаем черты и ар сан, с ву, лю, чи, па, чу, ши, десять черт. Сяо же улыбаясь, смеясь. Сяо же шо говорить улыбаясь. Бе не, не смейся. Си сяо, нравится смеяться или нравится улыбаться. Та сяо, смеяться громко. Ну, хохотать. Та сяо. Следующее слово ⁇ обращать внимание. Джуи. Джуи. Посмотрим иероглиф джу. И. Ар. Сан. С. У. Лё. Чи. Па. И иероглиф и. Этот иероглиф встречается в слове ис. Итак, считаем количество черт. И. Ар. Сан. С. У. Л. Чи. Па. Чу. ш, ш, Ши. Ар. Ши. Тринадцать черт. МЕЙО <мыл> Чу. Не обратил внимания. МЕЙО <мыл> <«Мыл> Чу. Е. Чу. И Фа. Обратите внимание на грамматику. Чуи слушайте внимательно. Чуи кан, смотрите внимательно. Следующее слово. Тхинг. остановить или останавливаться. Тхинг. Посмотрим правописание данного иероглифа. И ар, сан, с, у, Л, ши, ШИИ, одиннадцать черт. Уменьшила эту лица. Тинг Остановиться возле дороги. Тинг Остановить машину. Тинг uh, Остановить уроки. Тинг Следующее слово. Плата за лечение или расходы за лечение и яу фей и я фей первый иероглиф и это лечить слово и и юэн и шэн и и ар сан с у лю чи семь черт я лекарство да слово вы помните я Итак, считаем количество черт. И, Ар. 三，四，五，六，七，八，九，divide h a r t 医疗费，e，r，三，四，五，六，七，八，九，divide h a r t 我们一起来读例子，交医疗费。 оплатить расходы за лечение. Чао оплачивать. Чао фей. Следующее слово. Евей. Евей. Считать или думать ошибочно. Евей. Посмотрим иероглиф И. И. Ар. Сан. С. Из четырех черт состоит. И иероглиф И. Ар. Сан. С четыре черты. Уайивей, я думал, то есть я думал ошибочно. Пьеивей, не думайте так. Тоивей, все думали. Если жуго, жуго, если. Посмотрим иероглиф жу. И Ар, сан, с, у, иероглиф ⁇ ГО. Так, это иероглиф встречается в слове ⁇ ШУЙ фрукты, ⁇ гоа. И ар, сан, с, у, л ⁇,⁇ чи, па, восемь черт. Вот, нечела фуси, шэнг Повторим новые слова дж сум провожать. Сум. Бэй залог, предлог пассивного залога. Чуан. чуан сбить с ног, сталкиваться. Шан получить ранение. Рана. Ди префикс порядковых числительных. Ченчха. Ченчха обследовать. Проверять. Джум. джун, тяжелый. Ван завершить, закончить. Машанг. Машанг сразу. Кбо. Кбо рука. Тхуэй. Тхуэ нога. Чи ездить верхом. Цисинг велосипед. Сяо смеяться. Улыбаться. Чжуи. Чжуи. Обращать внимание. Тхинг. Тхинг Остановить. И яу И яу Оплата за лечение. И вэй. Считать. Жу го. Жу Если. Молодцы, ребята. Итак, домашнее задание. Чин тхин дэ выучить новые слова. Диарга сюэси ханзе бишун, изучить порядок uh, черт китайских иероглифов, прописать иероглифы по три раза. Чао ханзе санхан uh Ребята, хочу вам напоследок сказать следующие слова. Если молодежь сильная, и страна будет сильной.